терроризма. Ереван должен понести наказание. Это в интервью CBC подчеркнул израильский эксперт Михаил Финкель. Мировое сообщество не должно молчать, убежден он. Агрессорскую оккупантскую политику армянских властей необходимо не только осудить, но и положить ей конец. Говоря о претензиях Армении к Израилю в связи с поставкой вооружений им Азербайджану, то это, отмечает Финкель, внутреннее дело израильского государства. Ереван не вправе вмешиваться в политику другой страны. Мы говорим одно. Мы стратегические партнеры, мы союзники, мы друзья. Нас объединяет многовековая история. Я об этом говорю постоянно. Мы помним о той роли, которую сыграл азербайджанский народ, а до этого Хазарское царство в судьбе еврейского народа. И мы объединены вместе. Мы помним о том, что на территории Азербайджана не было ни одного еврейского погрома. Мы благодарны за это. Мы ценим это. Мы народ, который имеет длинную память. И мы всегда будем с вами до вашей полной и окончательной победы. Отношение Армении к Израилю однозначное. В Ереване всегда пытались обернуть позицию этой страны в свою пользу. Армянское лобби неоднократно стремилось добиться признания Кнессетом так называемого геноцида армян. И каждый раз эти попытки были провальными. В Ереване не придумали ничего лучше, кроме того, как отозвать своего посла из Тель-Авива. Тем самым армянское руководство еще раз продемонстрировало свое истинное отношение к представителям еврейского народа. К слову, в Армении самый высокий уровень антисемитизма.